Добрый вечер, Минск! Добрый вечер, жюри! Александр, Сашенька! Здравствуйте! Вы не поверите, как долго мы вас ждали! Наконец-то! Наконец-то вы пришли к нам! Привет, тезка! Что будешь петь? Я спою для вас мировой хит моего любимого исполнителя Робби Уильямс «Сьюприм». Любовь всей моей жизни. Спасибо! Давай! Hope is in for the best of today. All around the hearts in London called to play and flew away. And all the best women are married. All the handsome men are gay. We feel deprived. Yeah, are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the facts and their rights? Do you need that space? Are you getting on the beat? Will you survive? You must survive. When there's no love down, this new century is bringing your down. All the places you can be, trying to find and love you free, and love you free. This new century is bringing you down. All the places you can't be, trying to find and love you free, and love you free. Woo! Александр! 16 мне лет. Сколько, ты сейчас спросил, сколько ему лет? Спросил, сколько лет. Я думаю, я не первый, кто это делает в жизни Александра. Ну классный, ну смотрите, какой. Молодец, да? Саш, молодец. Спасибо огромное. Саша, ты где учишься? Я учусь в Витебском государственном колледже культуры и искусств, но на неожиданную профессию, на хореографа. Ну, это мы заметили. Как-то... Но вокал, как появился в моей жизни, он появился уже с 6 лет, и как бы он продолжает существовать. Просто вот сейчас такой мутационный период, он происходит. Вы сейчас мутируете, да? Есть немного. Это прямо на сцене происходит? Понятно, нет. Инна, что скажете? Ну, у него это чувствуется. Я в шоке. Это... ощущается. Саша, хорошо. Я не могу ничего хорошо сказать. Давайте тогда спросим мнение. Вопрос. Нет, извините. Александр, что скажете? Как вам исполнитель? Но только честно, Саш. Очень не кажется ли вам, что он излишне брутален? И реально творческий человек. Красавчик, вот, правильно? Спасибо. Отлично. Вам огромное. Део. И очень приятно. Саша, а могу я к тебе вот просто так, Саня? Санек, честно. Санек, сколько чашек кофе ты выпил перед выходом на сцену? И вообще, что и вообще, чего ты выпил перед выходом на сцену? Для мутации чего он выпил, вы спрашиваете? Они спрашивают, знаешь, да, есть средства, которые ускоряют. Да, для того, чтобы спеть в этой тесситуре. Вот, кстати, мне кажется, что вот у нас наконец-то на кастинге появился человек, который может являться официальным лицом слова «тесситура», если вы позволите. Спасибо. Пожалуйста. Мы вас будем называть «тесситурой», хорошо? Ну, между собой. Кстати, это очень интересный творческий псевдоним. Саня Тесситура. И парни с района наконец-то поймут, да? С таким-то псевдонимом. Геннадий, что скажете? Мне очень симпатичны такие люди, как Саша. Очень. Саша, молодец. Спасибо. Знаете, как приятно вообще просто. А нам Саша, так приятно. Саша, Саша. Саша. Мечта, просто мечта, вы понимаете? Вот сбылась мечта детенка просто. О, да. Вы просто представьте, что бы с ним было, если бы ему Оскар дали. Какая бы тогда была
Ну, примерно, я думаю, такая же. Я думаю... У Александра, в принципе, на все в жизни одинаковая реакция. Нету хлеба в магазине. Мечта! Мечта! Ну, спасибо большое. Александр, спасибо вам за то, что вы подарили нам хорошее настроение. Но, наверное, вот с вашими эмоциями в полуфинал не надо, нет? Сразу в финал. Как это я просто боюсь, очень переживаю за вас, за ваше душевное состояние, потому что вы можете сорваться, не удержаться. Сорваться в запой вы имеете? Саш, а вы можете быть... Нет, уйти в другую тесситуру. Вы можете быть таким человеком грубым и злым? Да. Ну-ка. Бывает. Как это? Как это происходит обычно? Может быть, песню «Моя бабушка курит трубку»? Так, чисто акапелла. У нас уже все подходит к концу, и я думаю, что мы можем позволить себе одну минуту настоящего чистого удовольствия под ваши аплодисменты. Или что-то типа этого, просто чтобы мы посмотрели амплитуду вашего таланта. Что-то такое вот грубое, брутальное. Да. Брутальное будет, знаешь что, скажи, пошли вы все, и ушел. Это уж слишком брутальное будет. Хотя... Знаете, я все-таки хочу закончить этот вечер ярко, замечательно и красиво. Вы вошли в мою грешную жизнь. Красиво, вы уйдете из нее. Вы знаете, вот сейчас должно быть каждому по-настоящему страшно. Страшно представить, что было бы, если бы проект «Поющие города» не продлили на третий сезон, вы бы не приехали в Витебск и не нашли этого парня. Да. Спасибо «Поющим городам». Геннадий, спасибо. Мы нашли спасибо, моего удачи. Именно для вас. Спасибо огромное, Александр. Спасибо огромное. Береги себя.